Здравствуйте, меня зовут Кристина Малай, я 1989 года рождения, профессиональная актриса, закончила Ярославский государственный театральный институт. 2 года жила в Америке, в Лас-Вегасе. Лас-Вегас — это не только казино и игры, как многие думают. На самом деле прекрасный город, там природа отличная, но дело не в этом. Я там работала как актриса, как модель, и так как мой английский, я бы не сказала, что он прям очень идеальный, он хороший, но не идеальный. Когда я первый раз пришла на курсы к режиссеру, на репетицию, я не поняла абсолютно ничего, потому что надо говорить, надо оценивать, надо играть. Они все да-да-да-да-да-да на английском болтают, я что-то поняла, что-то не поняла. И это было очень сложно, я просто в первый же день оттуда вылетела с дикими слезами, думаю, все, это провал, это конец, мне никогда ничего не получится. Но, как говорят, степ-бай-степ там, все шаг за шагом начало получаться, но даже несмотря на то, что через год язык стал лучше, были такие моменты, что они просто очень быстро говорят, и не все понятно, еще разные диалекты, разные акценты. И вот иногда было такое, что мне что-то говорят, я половину поняла, половину не поняла, и просто по логике понимала, что конкретно сейчас от меня хотят. Слава богу, все получалось и все случалось, но это такой довольно интересный опыт, потому что ты находишься как в аквариуме. Теперь я здесь. В России я все понимаю и могу все сказать. Вот, и это так, некий следующий шаг в моей профессии.